Выжить только можно бригаде, одному очень сложно. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Вай-вай-вай-вай-вай. Да что же ты будешь делать, а? А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Зомби Цунами. Так, ребятки, ну что ж, у нас тут ничего пока еще не открылось. Для этого нам нужно играть, играть, играть. Так, птичка у нас есть, которая несет зомби яйца. Кажется, у него больше одной монеты. Так, отличненько. Так, ребятки, ну что ж, давайте сыграем, продолжим нашу игрушку. Довольно она мне очень понравилась. И погнали. Так, кто-кто-кто. Вау, прыжок, прыжок, прыжок. Так, собрали. Ай, не все собрали, ничего страшного. Птичка с нами летит. Летит, летит и будет рожать зомбиков. Так, ну что ж, нас уже трое, ребятки. Мы бежим, отлично. Ага, уже четверо, погнали. Ага, прыжок. Опа, уол, перфект. Отлично, собрали все монеты. Так, четыре зомбика тут уже бегут. Так, давайте, прыжок затяжной, чтобы не прыгнуть на бомбу. Нам надо бежать. Так, давайте девочку съедим. Заберем ее с собой. Прыжок, прыжок, прыжок. Так, в общем, что у нас здесь? Ага, здесь у нас бомба. А здесь что у нас? Цунами! Ура, ребята! Вау, круто! Как я люблю цунами! Я просто обожаю цунами. Это просто замечательно. Это просто круто. Так, ну что? Все, все, еще... А, нет, нет, я еще могу, я еще могу. Все машины, вертолеты, все разобью на своем пути. Так что... Те, кто будет мне мешать, ребята, тот будет получать по заслугам. Ой, можно же было съесть машину. Я по рефлексу просто перескочил. Видите, мы можем просто вот так съедать и все. Даже танк, нет, танк мы пока еще не осилим. Ой, ребята, половина моих зомби ушла. Ушла, короче, в яму упали. Не сумели мы немножко. Ай, видите, на бомбах подрываются мои зомбики. И теряют свою способность, ребята. Не все прошли отбор, не все через ямы умеют скакать. Не все, и нам приходится, короче, терять зомбаков наших. Это же никуда не годится, да? О, отличненько. Это кто такой? О, это большой мозг, ребята. О, всех съем. Ба-ба. Короче, этот лазарь уничтожает все на своем пути. Отлично. Я, короче, мутант. Мозг-мутант. Перфект. Все, отлично. Ребят, нас уже 13 зомбиков собралось. Мутант сумел собрать 13 зомби. В целом, мы уже съели 25 людишек и заработали 25 мозгов их. Ой-ой-ой, а мне выхода не было другого, как просто упасть на него. У меня просто не было другого выхода. Ой-ой-ой, что ж ты делаешь? Я забыл. Да что ж ты будешь делать? Ребята, потерял уже сколько, короче. Чувачков, скакай, скакай, скакай. Очень мало нас осталось, ребятки. Но, тем не менее, мы продолжаем с вами бежать. И уже с вами довольно-таки далеко забежали. Так, ну что ж, видите, на ямах практически теряю всех зомби. Потому что скакаем мы неравномерно. И где-то из-за того, что мы... пропускаем прыжки, вот так вот другие зомбики падают. А здесь что? О, мы надуваемся, ребята. Мы надулись, мы как шарики. Погнали, 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 погнали. Круто, 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 круто. Вау, вау. Где же вы, людишки? Я же хочу... А, нет, 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 не надо. Я же хочу вас съесть. Ребята, я застрял возле танка. Ну, родился, заради зомбик. А, не родился зомбик. Да что ж такое? Ничего, ребятки. Родиться в следующий раз. Обязательно, я думаю. Так, здесь у нас уже... собрана глаз сода, ребят. Это какая-то такая жидкость, наверное, крутая. Все. Окей. Эта волшебная пилюля превратит все бомбы в монеты на время трех последующих игр. Хотите воспользоваться? Конечно, хочу. Хотите купить 50 бриллиантов? Нет. А пилюлю хочу. А купить это мне придется... А, нет. Это мне придется в интернет заходить. Денег у нас нет, ребятки, в этой игре, так что... У нас игра не взломанная, так что приходится пока довольствоваться тем, что у нас, в принципе, есть. Так, здесь пока ничего у нас не открылось. Здесь цунами и звездочки. Пока что хорошо.
Здесь у нас птица. Что она нам скажет? Объединение. Это что? Ага, я понял. Вам нужны две зомби-птицы самого высокого уровня, одинаковые. Я понял. Ну, мы пока не сможем объединять, потому что нам нужно покупать это все за 50 бриллиантов. Ну, у нас 50 бриллиантов нет, у нас только 3, ребятки. Так что погнали играть снова. Так, смотрите, в какой кепочке бежит один зомбик, в каком блайзере прикольном, да, ребят? Круто. Ой-ой-ой, прыжок. Пошел. Перфект. Отлично, просто замечательно. Иди сюда, дорогая, я тебя съем. Так, прыжок. Иди сюда, дорогая. Ой-ой-ой, землетрясение, ребята. Ох, целая бригада здесь стояла. Мы их сожрали, круто. Отлично, просто супер. Так, ой-ой-ой, бомбочка. Попали мы на бомбочку. А здесь кто? Здесь у нас, короче, вот футболисты, ребят. Футболисты, да, они умеют наводить порядок, ребят. Посмотрите. Они сейчас наведут здесь порядок. Ой, один упал, футболист, в яму. Ой, половина футболистов не смогла перепрыгнуть через ямку, ребятки. Так, у нас 10 зомбаков. Круто. Вау. Да что ж ты будешь делать? Я потерял очень много зомби, пока перепрыгивал эти дурацкие ямы. Фух, я думал, я уже падаю, ребятки. Но нет. Не этому не бывать. Мы продолжаем нашу замечательную игру. И идем вперед. А впереди у нас, ребятки, как вы знаете, светлое будущее. Так, ну что ж. Да, ну что ж. Отлично, просто замечательно. Прыжок. Прыжок, еще один. Так, здесь что у нас? А здесь мы опять надуваемся, ребятки. Круто. О, иди сюда, десантника мы съели. Отличником. Ням-ням-ням-ням-ням, как же это вкусно. Ой, бомбу, попали мы на бомбу. О, второй десантник, иди сюда, дорогой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто здесь у нас попадается на пути? Ой, нечаянно нажал, ребят, прыжок. Хотел вернуться, но не получилось. Фух, думал, проиграю сейчас. Сейчас уже. Так, не будем тебя забирать, потому что мы убьемся на этих. Ух, два зомбика осталось. Да что ж такое? Где людишки? Мне надо кушать зомби, ребята. Ну, птичка, роди зомбика. Роди. Да, ребятки, родила зомбика птичка. Это просто замечательно. Так, ну что ж, погнали. Ой, ребята, я пропустил целую бригаду. Я испугался, я думал, это бомба. Это оказались люди. И я их, короче, просто-напросто забыл там. Вау, спасите. Помогите, я один. О, все, ребят. Уже не так страшно, хотел сказать. И проиграли в этот момент. Ну, видимо, не свезло. Немножко не свезло. Так, зато мы уже заработали с вами очень много мозга, ребята. И мы теперь его можем продать за 400 монет. И теперь у нас 1500 монет. Так, что у нас здесь в магазине? В магазине у нас, в принципе, ничего такого не продается. У ниндзя есть катаны, которые можно употребить, и мелкие кусочки, даже машины. Я так понял, что это все откроется немножко позже. Так, ну что ж. Пока это все закрыто, ребят, нам остается только бежать. Так, ага, мы, кстати, можем еще купить. Посмотрите, что. Гора бриллиантов. А, это мы за настоящие деньги нам надо покупать, а не за монеты. Я понял. Ладно, хорошо. Поехали тогда. Погнали. Вперед, товарищи. Прыжок. Прыжок, еще один, круто. Иди сюда, дорогая, я тебя съем. Ха-ха-ха-ха. Вот так вот, прыжок есть. Отлично. Пошел. О, как хорошо.
Отличненько. Замечательно просто. Прыжок. Ох, как мы не попали на бомбу, ребят. Ой, зато попали на машину. Так, здесь вот этот самолет. Ой, все упали в яму. Птичка, роди зомбика, роди. Да, птичка, ребятки, родила нам зомбика. И теперь мы покатим. Посмотрите, как глаза у зомбика бегают туда-сюда, ребят. Прикольно, да, реально? Круто, замечательно, я считаю. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мы вот так умеем. И прыгать умеем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух, один-один-один остался. Я один, помогите, пожалуйста. Дайте еще людей съесть. Я один остался. О, иди сюда, дорогой. Иди сюда. Так, теперь нас двое, ребят. Ох, опять один. Опять я проиграл. Птичка, роди еще одного зомбика, пожалуйста. Нет. Все, ребята, птичка не родила зомбика. Давайте побежим еще раз. Птичка отказывается рожать нам зомбика. И чтобы из яичка вылупился зомбик, маленький птица-зомби. Довольно-таки прикольная вещица, потому что не раз уже меня выручала после того, как мы проигрывали. А вон, смотрите, зомби хочет скинуть человека со здания, ребята. Вы посмотрите, что делает. Вы посмотрите, что делают мои зомбики. Перфект. Так, давайте, десантник Степочкин, мы тебя съели. Отлично. Едем дальше. Так. Все, есть у нас. Так, погнали, зомби-забег у нас. Здесь конкретный такой. Прыжок. Отлично. Что это такое? Это дракон, ребят. Реально дракон, круто. Ребята, что это за дракон-то такой? Я взял дракон и проиграл. Ну, о, зомбика родили нам. Отлично, зомби в шляпе. Отлично, птичка нам родила зомби. Какой-то дракоша мне такой не нравится. Я взял дракошу и растерял все свои, короче, хвосты. А хвосты это зомбики. И тем не менее, все части дракоши были растеряны. А что мне остается делать-то? Мне остается только надеяться на мою птицу, которая мне будет рожать зомбиков. И мы будем вместе дальше убегать. Так, где же люди? Ага, есть. Перфект, супер. Ой-ой-ой-ой-ой, попали нечаянно. Там, ребята, уже бронетехника пошла. Уже по правому флангу стоят танки. Ой-ой-ой-ой, два зомбика осталось. Так, кто у нас здесь? А здесь у нас шарики. Да, мы шарики. Иди сюда, дорогой. Посмотрите, зомби едят скалу, ребят. И хотя сделали уже зомби из этой скалы. В свою честь. О, три десантника мы съели. Или четыре даже. Круто. Ого, сколько девочек здесь было. Вы видели, ребятки? А мы их все съели. Ого, мы все на бомбах подорвались. Вы видели, сколько было бомб? Реально, тут выжить только можно бригаде. Одному очень сложно. Вай. Да что же ты будешь делать, а? Ой, забыли мы съесть его, ну ничего. Ой. Забег, зомби, погнали. Вай. Девочка одна выжила, ребят, и то она упала. Зомбик, ну роди. Нет, уже никто мне никого не родит, ребята. Уже мы проиграли и все. Так, у нас есть класс вода, ребят. И она нам дает, короче, а что она нам тут дает? Так, сейчас мы посмотрим. Мы что-то открыли, ребятки, в магазине. А что же мы такое открыли? Давайте, собственно, с вами и посмотрим. Так, отлично, 22 мозга мы съели. В магазине что-то новое появилось. А появился здесь, ребята, за 600 монет ирокез. Давайте посмотрим, что это. Прикольно. Смотрите, зомби с ирокезом. Посмотрите, какая прическа у зомбика. Вот это прикольно, это просто круто. Перфект, отлично. Ням-ням-ням, иди сюда, дорогой. Иди сюда. Ой, потеряли зомбика одного.
Иди сюда, все. Смотрите, уже два с иракезами. Прикольно, да? Круто, такие смешные зомбики с иракезами. Так, здесь автомобиль, скакаем, прыжок. Перфект. Погнали. Ой, нам бомбу. Ну ничего. Что здесь у нас? А здесь мозг огромный. Идите сюда, все. Огромный мозг мутант. Посмотрите, сколько у него глаз, ребята. Все. Вот это и все, ребята. Так, теперь нам что остается сделать, да? Ой, там вертолет надо было скакать позже. Ай, один зомбик остался в иракезе. О, съели девчонки или чувака только что. Темнокожего такого прикольного чувачка съели мы. Прыжок, чувак, ты должен нам помочь обязательно. Я один. Ради еще одного, пожалуйста, прошу. Давай. Ох, отлично, мы родили еще одного зомбика. Это просто замечательно, ребят. И погнали дальше. Так, ну что, побежали. Побежали. Вау, прыжок. Второй. Третий прыжок. Четвертый, пятый. Пошел. Ой, забыл я девочку съесть. Я ее думал, что это бомба. И нечаянно мы на нее перескочили. О, чувака съел. Иди сюда. Все, дядю мы усатого только что съели. Дядя усач теперь с нами бегает. И мы продолжаем наш забег с зомбиками. И катим. Все дальше и дальше, все выше и выше, ребята. Так, что это еще такое? Так, здесь у нас что? Мы надулись опять, ребятки. Это означает, что мы опять надулись, и с этим ничего не поделаешь, ребят. И оказывается, мы можем и так проигрывать. Я думал, мы будем только выигрывать. Ну все, ребят, больше наша птичка не рожает, так что давайте начнем опять. Так, ну что ж, опять мы бежим вот тут вдвоем с чувачком, с этим. И птичка, как всегда, нас сопровождает рядом. Ой-ой-ой. Так. А, вот он. Иди сюда, дорогой. Ох, какой хороший. Перфект. Круто. Замечательно. Поехали. Ой-ой-ой, мои падают, эта дорога падает подо мной, ребятки. Дорога-то подо мной падает, а я же ничего поделать не могу, дорогие друзья. Если дорога начала уже рушиться подо мной, то мне только остается ниндзя. О, я так ждал ниндзя, круто, ребят. Посмотрите, как они распиливают бомбы. Сейчас все сами увидите. Смотрите, опа. О, я что же он подорвался-то? Он же должен был бросить в бомбу. Этот, короче, такую штуку. Вау, ребята, я не хочу опять упасть, я хочу долго бежать. Ой, прыжок, опять большой прыжок, ребята. Отлично, замечательно просто. Еще один большой прыжок. Ой-ой-ой, надо было не прыгать, потому что нас там ждали вертолеты, ребята. Надо было немножко подождать и пробежать под низом. Так, ну здесь мы опять сейчас половину зомби потеряем. Идите сюда. Как потеряем, так и съедим, да, ребятки? Так, одного только что потеряли, потому что подорвались мы нечаянно на бомбочке, но ничего. Ничего, дорогие друзья, мы падаем. Ой, я думаю, все, мы упали. Ой-ой-ой, ребята, выжило только 3 зомби. Так, кто здесь? НЛО. О, НЛО будет планировать меня, отлично. Так, давайте еще. Все, видите, НЛО планирует, короче, их еще. У нас было 5, сейчас станет 6. Опять кто-то сейчас не выдержит и упадет. Перфект. Ой-ой-ой, ребята, сколько ж тут бомб? Вы видели, я подорвался.
Рожай, 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 девочка, давай, давай, давай. Ох, отлично, все, родился новый зомбик. Птичка родила нам зомбика, теперь мы продолжаем нашу замечательную игрушку. Мы бегаем, 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 бегаем. Прыжок. А, что ж мы так рано-то прыгнули и не долетели? Да что ж ты будешь делать? Ну ничего, ребятки, все замечательно, все отлично. Нужно набирать статистику, нужно бежать, бежать и еще раз бежать. Перфект, супер, мы собрали все монеты. Так, иди сюда, дорогая, я тебя съем. А вон дядя Коля хочет вылезти из машины, а мы ему не даем, потому что мы зомбики, мы всех съедаем. Мы никого из зомбика потеряли, одного, ребятки, никуда не годится. Перфект, так. Ну что ж, давайте еще парочку хотя бы наберем. А что же я упал? Рожай, птичка, рожай, 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 рожай. Ай-яй-яй, не родила, нечем рожать, говори мне, да? Что ж, давайте продолжим заново нашу игру, которую мы даже не успели с вами начать. Нам приходится ее продолжать. Ну что ж, погнали, ребятки. Круто. Не правда ли? Реально круто. Отлично. Отлично. Ой-ой-ой. Ребят, чуть не упал. Забыл прыгнуть. Забыл нажать на кнопку прыжок. И таким образом просто-напросто чуть не упал. Так, здесь машинка у нас едет. Здесь у нас бомба висит. А здесь у нас что такое? Так. А здесь у нас зомби-мутант. Зомби-голова. Да. Большой мозг сейчас опять всех убьет. А нет, ребята, надо мне лазерами так понял светить. Перфект. Зомби аж почернели от страха, ребят, вы видели? Отлично. Отлично. Круто. Замечательно просто. Ой, я думал, мы уже не долетим. Ай, хоть один. Хух. Ребята, реально одному только повезло. Все остальные пропали в яме. Не успел я съесть дядьку. Ребят, вы видели? Реально мне только повезло. Все остальные остались в яме. Такое бывает, да. Верю. Отчего ж не верить-то? Так. Ну что ж. Ой, я потерялся. О, НЛО меня распланировало, но над ямой бросило. Птичка, ты меня родишь? Или НЛО сейчас еще раз? О, НЛО, кстати, классная штука, ребят. Посмотрите, сейчас еще раз меня родит НЛО. О, клон создало. О, вот это да, вот это прикольно получилось. Просто супер. Я не думал, что НЛО так может делать. Я думал, оно клонирует только пока я живой. Оно клонирует все время и создает, короче, меня, мои трансформации в разных измерениях. Да что ж ты будешь делать? Рожай, птичка, рожай. Давай, ах ты, улыбака. Нету, нету у нее уже ничего и ничем она помочь нам уже в действительности не может. Так что забираем мы изысканный дважды срыгнутый коньяк, как здесь написано. Ужас-то какой. Так, здесь нет, отказываемся и продаем его за 400 монет. И теперь у нас монет-то много, но в магазине, ребят, у нас ничего такого нет. Так, бонус, плюс 10 секунд. Но это тысячное, это постоянно нам нужно платить за это. Если бы мы раз и навсегда купили, да, вопросов нет. Но давайте лотерейный билет купим. А зачем мы его купили, кстати? Купили за 1000 и выиграли 100. Отлично. Проиграли только 1000 рублей. Так, ну ничего. В общем, давайте лучше побежим и без вопросов. Это будет самое такое нормальное, эпатажное такое забег.
«Ва!» — кричит подруга в машине. «Ва! Спасите! Ага, вот твое спасение! Вот я тебя съем, и вот я твое спасение теперь на этот период!» «А ты что тут стоишь, дорогой, а? Кого ждешь-то, а? Скажи мне. Кого ждем?» «Отлично! Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно! Вот как вкусно!» «Вай-вай-вай, прыжок-прыжок-прыжок! Пошел-пошел-пошел-пошел!» Так, машина, ребята, давайте. Прыжок. Перфект. Отлично. Люблю, когда перфект. Все собрано. Так, отличненько. Так, здесь мы кого нашли? О, ниндзя тоже люблю. Нормальные такие чувачки. Еще люблю футболистов, ребят. Ох, разрезали, ребят, вы видели? В полете. Ох, и сальто делает. Вот это дают. Вай-вай-вай, ребята, нас 9 зомбиков бегут. 9 зомбиков бегут, даже они хотят прибежать, мне интересно. Бежим постоянно, постоянно куда-то бежим. Надо было их кушать, а я их отбегаю, ребят. Ой-ой-ой-ой. Да что ж ты будешь делать? Растерял всех, остался один зомби. Кто здесь? Уфо, ребят, НЛО. Это означает, что нас сейчас хоть будут клонировать. Это хоть что-то радует, потому что, ребят, мы с вами разбились абсолютно в хлам. Вы видели? Так. Давай-давай, прыжок-прыжок. Давай-давай, ай, да что ж ты будешь делать? Птица, рожай-рожай-рожай-рожай-рожай, я там отстал. Ай, да что ж ты улыбаешься-то? Родила бы мне зомбика, и я бы побежал бы дальше, и не было бы у меня никаких проблем с этим. А так теперь придется немножко мне переиграть. Ну ничего. Берем стригнутый коньяк дважды, как написано здесь, и забегаем дальше. Так, ну что ж, погнали, погнали, погнали. Раз, прыжок. Отлично, отличненько. Перфект. Так, пока что перепрыгиваем это все. Идем дальше, идем, идем, идем. Отлично. Замечательно просто. Фантастика. Так, а здесь что у нас, ребят? А здесь у нас эти. Ой, давай скакай, скакай. Ниндзи. Вот если бы ниндзи были постоянно, я постоянно бы разрезал бы эти бомбы. И было бы все отлично просто. Да что ж ты будешь делать? 5 штук осталось, всех растерял. Ребятки, никуда это не годится. Мне надо дольше пробежать. Ой-ой-ой-ой, опять не успел. Второе препятствие, это автомобили. Опять очень тяжело пробежать здесь. А скорость все увеличивается и увеличивается. И здесь мы получаем кого? Мозг. Здесь жук-мозг. Ой-ой-ой. Прыжок, прыжок, ребята.
Ой-ой-ой, а два только выжило, ребята, из всех, вы представляете? На такой скорости реально очень тяжело выжить. А, я один-один остался. Да что ж такое, рожай, еще, пожалуйста. Ради зомбика, пожалуйста. Ай, да что ж ты смеешься-то? Не родила мне она зомбика, ребятки. Это очень кстати, не кстати. Но ничего, тем не менее, ребятки, погнали дальше играть. Ничего, что не родила. О, зомби вернулись в иракезе. Давно я не видел такого желтого иракеза. Или вообще практически не видел. Это были фиолетовые иракезы. А здесь уже пошли и желтые иракезы. Прикольно. Так, уже у нас три зомбика. Отлично. О, мням-мням-мням-мням. Иди сюда, дорогуша. Я тебя съем. О, мям-мям-мям-мям-мям. Отлично. Ой-ой-ой, прыжок-прыжок, ребята. Ой, опять на бомбах. Да что ж я на этих бомбах? Вечно здесь, ребята, все подорвались здесь. Да что ж такое-то? Дайте мне пробежать, да нормально. Что здесь? Уфо, о, НЛО, ребят. Отличненько. Погнали. Отличненько, здесь у нас НЛО. НЛО, 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 НЛО. Замечательно просто. Круто, просто круто. Прыжок, круто, прыжок, круто, прыжок. Еще, еще. Вау-вау-вау-вау-вау. Да-да-да, ребятки. Просто замечательно. Отлично. Крутая игра. Мне очень нравится, ребят. Спасибо, что посоветовали мне в нее поиграть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рожай, зомби, пожалуйста, роди. Эх, не родил. Так, ну ничего страшного, дорогие друзья. Еще придет наше время, и мы покажем им, на что мы способны. Ну, на пилюлю нету у нас денег. Так, в магазине у нас пока еще ничего не открыто. Здесь пока что. Там еще парик в стиле диско. Мы откроем вид Мексика. Ох, ребят, нам еще открывать и открывать здесь кучу всего. Так, ребятки, ну что ж, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был, как всегда, Юра. Ребятки, хочу вас попросить, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Нажмите такую красную кнопочку «Подписаться». Также жмем колокольчик, чтобы не пропускать все мои новости на моем канале. Обязательно ставим пальчик вверх и комментируем мои видео. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.